Всем привет, дорогие друзья, с вами я на канале Алексей, и сегодня к нам на анбокс попала камера 360 под названием Insta360 4K. Как понятно из названия, это камера 360 с двумя объективами, которые снимают в оба направления под 180 градусов каждая и снимает в 4K разрешение. Распакуем вместе с вами сегодня и посмотрим в общем, что это из себя представляет. Итак, вскрываем упаковку и смотрим, что у нас идет внутри. Внутри у нас оказывается черный кейс. Давайте же извлечем его. Под ним у нас также идет инструкция, которая нам мало важна. Здесь у нас также идут... Нижнюю коробку сейчас отложим. Здесь у нас идет... Я так понял, что это ткань. Что это, батистовая ткань? Да, на ощупь это батистовая ткань для протирания. Логично, что она должна быть в комплекте. А это у нас похоже на NPC-метки, но я не уверен. Либо какие-то накладочки. Похоже на NPC-метки, которые используются в Android-телефонах очень часто. С другой стороны, зачем она нам нужна? В любом случае, в инструкции, я думаю, описано, что это точно такое. Но в комплекте есть. Откладываем все в сторону, это не нужно. Инструкция, я думаю, на поле языка, соответственно, на русском в том числе. Вот такой вот кейс нам попадает в руку, достаточно массивный навес. Давайте откроем и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Та-дам, скрываем. Давайте начнем по порядку, чтобы камеры мы пошли в последнюю очередь и подробно ее изучили. В первую очередь у нас идет зарядное устройство. Не общего типа, нужен будет обязательно переходник. Учтите это, когда будете покупать эту камеру. Также идет вот такой вот шнур питания. Внимание, от двух USB работает. Не знаю, зачем два, возможно, типа двойное питание обязательно. Ну и вот сам шнур питания. Также идет вот такой вот белый шнурочек. Он себя представляет, соответственно, USB, micro-USB и micro-USB, USB мама. Не знаю, зачем это нужно. Возможно, таким образом мы сможем подключить камеру к телефону напрямую. Видите, все, кабель стал единым. Полезная штука, несомненно, идет в комплекте, это плюс. Далее у нас идет несомненный бонус, которого нету ни на одной камере, которую я когда-либо покупал. 360, не 360. Здесь идет карта памяти в комплекте. И самое интересное, что это микрокарточка Kingston на 32 гигабайта. Идет она сюда внутрь сразу мгновенно, и вы сразу же можете записывать видео. Плюс, точно плюс, идет в сторону. Также вот такой вот универсальный механизм крепления, не знаю, зачем он нужен, возможно, крепление на штатив, либо еще для чего-то, возможно, к Insta продаются еще какие-то девайсы, которые позволяют камеру крепить к ним. В общем, вот такое вот крепление двухстороннее есть, крепится снизу, винт, он в Африке винт. Соответственно, сама камера, сейчас я ее отложу в сторону, а кейсик уберу, потому что он нам больше не нужен, но кейс, несомненно, прочный, крутой, защитит ваш девайс от самых-самых непредсказуемых повреждений. Вот такая вот камера. Несинхронное расположение у нас линз, немножко смещены, смотрит в оба направления, но по идее 360. Снизу у нас крепление для штатива, micro-USB, питание, reset-перезагрузка, microSD-слот, слот для микрофона. Две резиновые прокладочки для того, чтобы камеру, ну, стабильно поставить на место. Вся камера испощрена отверстиями. Цель этих вентиляционных или невентиляционных отверстий мне неизвестна, поэтому сказать вам по этому поводу ничего не могу. Самое интересное, что видно на камере, это значок Wi-Fi. Это означает то, что камеру можно использовать посредством беспроводного интернета. Сверху у нас уже идет интерфейс, кнопка управления, дисплей маленький, индикатор, все это покрыто пленочкой. Спереди у нас также идут два индикатора. Один из них отображает Wi-Fi и фоторежим, и второй изображает у нас то, что... у нас мало аккумулятора осталось. Также есть кнопки вверх-вниз. По сути, примитив примитивом. Кнопок мало, какого-то интерфейса мало. Так не включая, сказать о камере можно мало что. Как заявляет разработчик, камера снимает во все 360 градусов. Проверить это на теории вы сможете уже в обзоре этой камеры, а не в анбоксе. Сейчас мы только распаковываем и смотрим эту камеру. Но в общем и целом она выглядит очень эффектно и футуристично. Да, конечно, такой бандуры не походишь просто так, хотя может и походишь. Для нее логично было бы купить какой-нибудь мини-штативчик, такой монопод, на котором все это дело таскать, было бы удобно. Ну, в общем, как-то вот так. Выглядит это все, конечно, очень круто. Ну, а с вас ваше мнение оставлять в комментарии, подписываться на канал. Ну, а с вами был Алексей, и всем пока-пока-пока. I'm sorry.